лета. На курорте на высоком организационном уровне проходят такие популярные фестивали, как «Анапа. Республика детства», «Творчество юных», «Море вдохновения театр», «Казачок», «Киношок» и многие-многие другие. И сегодня мы подводим итоги самого широкомасштабного фестиваля детского и женского творчества «Анапа. Республика детства 2019». Это замечательный фестиваль длился все лето. Каждую неделю здесь, на театральной площади «Анапа», проходили конкурсные просмотры программ детских оздоровительных лагерей, санаториев и пансионатов. Они боролись за право назваться лучшими из лучших. Вожатые ребята с разных уголков нашей огромной страны готовили свои творческие спортивно-оздоровительные программы и сегодня. По итогам лета будут названы победители этого фестиваля. Мы начинаем церемонию награждения. Диплом лауреата фестиваля детского и вожатского творчества «Анапа. Республика детства 2019» за высокий исполнительский уровень и творческие успехи, достигнутые на фестивале детского и вожатского творчества «Анапа. Республика детства», награждается. Санаторий «Вита», генеральный директор Василий Николаевич Димоев, получает диплом заместитель генерального директора Марина Владимировна Виноградова. Аплодисменты, друзья! Диплом лауреата награждается культурно-оздоровительный центр «Премьера», директор Андрей Иванович Артамонов. Диплом лауреата награждается детский оздоровительный лагерь «Буревестник». Директор филиала Степаненко Александр Валерьевич. Виват победителя фестиваля!